Если вы решили проверить свой счет, перешли в монетизацию от Sins и хотели посмотреть на ваш баланс, и у вас встречает такое окошко. Мы сегодня разберемся, что это значит и кого это коснется. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Смотрите, друзья, возникает несколько вопросов. Первый вопрос — это что это значит? Второй вопрос, кого это коснется? И третий вопрос, будет ли влиять на монетизацию для Украины? Давайте мы же с вами разберемся. Так что же все-таки это значит? Я задал вопрос в техподдержке. Вы также можете зайти в творческую студию к себе на канал. У вас в правом верхнем углу будет такое окошечко сообщения. Вы там можете общаться с техподдержкой. Конечно, есть временные ограничения в рабочее время. Поэтому я задал вопрос, что это значит и кого это касается. Мне отвечают. Монетизация в Украине не ограничена. Речь, видимо, идет только о регионах, попавших под санкции. В любом случае, если большинство ваших зрителей находится в России, то в этом случае потеря этой аудитории может сказаться на доходе. Следующий вопрос был, а касается ли это контента русскоговорящего украинца? Язык не имеет никакого отношения к монетизации. Главное, чтобы ваш канал не был зарегистрирован в санкционном регионе. Под санкции попали только так называемые ЛНР, ДНР и Крым. Таким образом, каналы, зарегистрированные в других регионах страны, не входят в санкционный список. Вот и все, друзья. Я считаю, что я развеял ваши все сомнения, так как они у меня появились. У меня два канала. И поэтому мне пришлось разбираться еще с какими-то моментами. Заодно решил эту ситуацию. Поэтому, если я вам помог, подпишитесь на канал, прожмите колокольчик, оставьте положительный комментарий. Для меня это будет очень приятно. Дальше больше. Скоро увидимся.